Здравствуйте. Неужели вышел сезон первый в этом Диаблоче? Ух, сделал такой перерывчик в ожидании сезона почти месяц, ё-моё. Но этот перерыв связан с тем, что начался сезон отпусков, и приходится больше работать, ну, и меньше времени на игры. Ну, естественно, еще, конечно, я немножко переболел, еще остался немного насморк, но это не помешает нам посмотреть на первый сезон. Сегодня будет такой небольшой мини-стрим, можно на часочек, можно на два, зависит. Может, как всегда, два часа там все. А может, психану и пофиг, короче, поиграем. Но завтра точно, с таким анонсом, что завтра точно стрима не будет. Стрим будет в субботу. Завтра у меня куча работы, куча планов. Я с утра до вечера буду полностью занят. Ну, целый день занят, а вечером уже буду развалины, скорее всего, отдыхать. И там, может, какой-то фильм или сериальчик посмотрю. Ну, давайте посмотрим, что у нас появилось на данный момент. Я создал нового персонажа, будет некромант. Почитав патч ноут, ну, буду играть через кровь. По крайней мере, попробую. Так. Ну, и смотрим, тут у нас есть Battle Pass. Выглядит, конечно, шикарно, смотрите. Глава первая. Какие у нас условия? Угу. Так, что это так? Требуется 40 уровень персонажа. Ага, это чисто прокачка опыта, бустов, короче. Ага. Сезонный поход. Угу. То есть любое подземелье, отмеченная карта. Ну, такие есть мини-задания. Всего надо пройти понемножку. Окей. И откроются у нас аспекты. Что это у нас? Большое одобрение. Одобрение требуется, чтобы открывать уровни наград боевого пропуска. Окей. Травы и украшения содержит. Аспект натиска предков. Натиск призывает 4 древних, которые тоже совершают натиск, нанося 50 обычного урона. Подходит для варвара. Это у нас для друида. Пока действует ядовитая лоза, вокруг вас возникает оползень. Умение земли наносит 10% на 10% больше урона отравленным противникам. Когда вы расходуете 200%, ну, 200 еды маны, ваша следующая стена огня не требует магической энергии и сжигает малые снаряды. Так. Аспект ядовитого укола. Каждый третий колющий удар насыщен ядом, который наносит 100% обычного урона от яда. И некр. Окровавленное копье также превращает сферы крови в дополнительные копья, которые наносят 20% обычного урона и в первую очередь целятся во врагов, которые копье еще не поразило. То есть я хочу проверить этот легендарный аспект. Скорее всего, поставим так, чтобы у нас как можно больше выпадало этих кровавых копий, кровавых сфер крови, короче. И посмотрим, как забустится у нас персонаж и его дамаг. Да, конечно, после патча нехило так порезали персонажа. Типа там броня, там где урон. Но кровь немножко бустанули там некоторые вещи. Некоторые. Смотрим. Угу. Так, ужас, конечно. На... Смотрим, что у нас из бесплатного. Какие крутые вещи. Чё, как годоваре примерно такой топорик выглядит. 5 у нас тлеющий пепел. Ботиночки. То есть какой-то сет слабоватый. Смотрим. Ну, честно, такое. То есть в основном премиальные, как говорится, Battle Pass будет что-то стоить. А так это... Специально сделали бесплатные такие, абы какие шмотки, чтобы... прикольно. Зловещее для всех классов. Префикс звания можно назначить в профиле игрока. Ну и дальше чисто пепел пошел.
Без всяких. Что на сотом, интересно? А ну-ка, блин, давай быстрее. Ага, сотого нету. Понятно, короче. По бесплатному тут такое только пепел, за который можно будет потом себе вот апать такие. Так, повышает количество опыта за убийство монстров, повышает количество золота, которое можно выручить у торговцев, повышает вероятность найти редкие материалы и разбирая предмет, продлевая действие всех эликсиров, повышает шанс найти мощное чумное сердце. Сердце можно получить после завершения кампании. То есть мы уже завершили кампанию автоматически. У меня сохранился мир предыдущего персонажа, первого, которого мы проходили. Я там где-то по часу... У меня был таки... Когда болел, я не мог стримить, естественно, кашлял, чихал, там ужасные такие звуки издавал, но проходил. Естественно, надо как можно было больше открыть контента, чтобы в сезоне этим не заниматься. То есть из... Не знаю, для меня вот эликсир, для меня такой более такой бесполезный, там, если не пофиксили длительность вот этих созданных эликсиров, может, эликсиры, которые хилок, туда, а смысл, мне и того было достаточно того времени. Может, эти, которые бафы на резист, там, на усиление персонажа, на броню, там, продлевая действие, но тоже мне полчаса хватало с головой. Редкие материалы. Тоже интересно, но в принципе, если ты планируешь долго играть, то они и так у тебя нафармятся. Золото. Золото уже нафармится. Ну, с этим... В основном, я так понял, я буду вкидывать это опыт. Ну, насчет... Ладно, урна чумы и урна агрессии. Скорее всего, урна чумы еще под вопросом. Но по-любому урна агрессии. У меня не будет столько времени, чтобы... Клепаться в сотый уровень, тем более уменьшили опыт за, короче, в данжах, короче, если ты там, я бегал, противник, если был на 3 левела, там на 4 выше меня, то я получал такой буст опыта, то теперь этот буст опыта порезали в разы, ну да, жестко, короче, порезали, то есть типа будет проблемно, короче, качаться опять надо будет. То есть вернулась, почти вернулась к тому, что было до этого. До предыдущего патча. На буст кошмарных подземелий. Ну, примерно так. Так, ну ладно. Продолжим. Да. Карта у меня почти полностью открыта. Угу. Крепости... Крепости по новой надо будет вскрывать. Отлично. Ладно, будем крепости по новым открывать. Алтарь элит у меня полностью открыты. Ага, значит, вот эти врата странствий надо будет пооткрывать тоже. Окей, не вопрос. Да ладно. Да вы гоните, бляха. Спекты тоже надо будет открыть. Окей, не вопрос. А я там бегал, открывал, у меня было 87% открытых. Окей. Так и сделаем. Так, ладно. Ну что? 20% сферу крови. Ладно. Давайте, короче, поговорим с сезонным этим, как вам, NPC-шки, что он нам скажет. Что произошло? Что там было? Помоги! Я видел, как она превратилась в демона. Кожа лопнула и полилась порча. И где это место? Около города, по дороге на Министат. Они повсюду! Поищите выживших на дороге. Окей. А, и кстати, я просто, мне так в данже кошмарно выпал такой призрачный конь. Как раз четко для некро подходит, не? Только, конечно, шкурку надо поменять немножко на другую. Экс. Призрачный скакун. Ну, естественно, это за предзаказ.
Странствующий торговец дропнулся, это тоже дропнулось, и это дропнулось. Ну, вот это более-менее выглядит нормально. Из трофеев у меня есть гниющий череп шамана, железный реликварий, маска степного фетиша, сейф торгового консорциума, темное знамя и, конечно же, трофейный тесак мясника. Ну, дропнулся как раз мясника. Пусть будет. Да озарит тебя свет. И погнали, короче, изучать местность. Можно быстро, конечно, прокачаться за счет, короче, шепчущего дерева. Можно прыгать, короче, ходить на задание шепчущего дерева и, короче, там можно неплохо набустить урон. Ой, урон, уровень, короче. Не обращайте внимания, я немножко уставший тоже после работы. И сюда. Давай, бежи. А, вот тут. Ой, бля. Ух ты, как умело. Лагает, что ли? А не говорите. О-о-о, да. Да ты шо? Ох ты, какой пинг. Замечательно. На. Вот это задержка, вот это красота. Ты шо? Не очень. Да. Вот это, конечно, задержка. Это да. У меня там один? Ах ты, ёханы, баба, это все надо по новой прокачивать, ладно. Угу. Ладно. Будем собирать кровь, идти кровавые сферы, погнали. Вот это мне фартануло, бляха. Ладно. Я еще не готова. О, раздуплилась. Ё-моё. Это был пролах, конечно, конкретный. Ну, иди сюда. Давайте сделаем квест, а потом... Чё, тут никого нету. Ладно, идем дальше. Я еще не готова. Блин, это, блин, фартануло, бляха-муха, с такими лагами, блин. Чтоб хоть немножко попустило. Да. Когда вы подбираете сферу крови, следующее кровоизлияние также наносит урон противник вокруг цели и дает еще 2 эссенции за каждого пораженного противника. Окай. Смотрите, я нажимаю крестик, и я не могу поднять ни хера. Чё, алё? Действие не работает. Зашибись. Что еще поломано? Ты ополченец, я не могу... Стой, какой... может какую-то кнопку... Подожди. Ну не может быть. Они что, настройки у меня сбились? Управление. Подожди, так. Кнопка действия. Так, что, какая кнопка у меня не задействована? Ходу L3. Смотрим. Точно не помню. Поменяем, короче, кнопку действия. Фиксация цели это R. Да. Сделаем, как я говорю,
Ладно. Так. Название предмета. Бля, ладно. Похер. А ну-ка. Убитый ополченец не юзается. Прикольно. Поломано, короче. Теперь вот эти трупы нельзя использовать. Да. Ладно. Вернем туда обратно. Я думал. Прикольное начало. Да. Походу еще фиксить буду долго. Может как-то. Давай, колупай тут короче. Короче. Ну, в сраку. Я так понял. Сейчас быстро пройдем эту. Опять появилась, ладно. Ищем. Ищем выживших. Опа, нашли. И куда? Угу. Найдем. Мы пойдем, короче, пойдем на этот... на событие, на и на шепчущее дерево, чтобы закрыть это все. Ай. Что это такое? Не бей. Это тебя называют страницей. Так, одеть. Надо с тобой поговорить. Но не прямо сейчас. Найди меня у дороги. Наконец-то можно ее. Раздуплилась или что? Тут труп завязался. Походу люди ломанулись в сезон просто. Я сюда пытался в игру зайти полчаса. Мне показывало 2 минуты. Я сначала ждал... минут 5, короче, очереди для создания персонажа, а потом подключение ждал еще минут 20. И, короче, я в половину только... Вот как запустил стрим, ну, тогда я и получил доступ как в к игре. Что это был за монстр? Увы, это был человек. Жертва порчи Лилит. Ее марионетка. Я называю их чумными. Как видишь, порчу не убить обычными методами. Я как только не пытался, но пока все без толку. Поэтому я пришел сюда просить у тебя помощи. Но как остановить то, что невозможно убить? Я надеюсь, что мы сможем их исцелить. У меня есть кое-какие инструменты в том ящике. Сундук. Ну-ну. Сумка с клетками. Что это за клетки? Это ловушки. Очень выручают. Такие клетки могут изгонять порчу из живой души. Когда чумной ранен, сердце порчи прорывается наружу. Мои клетки сдерживают их, мешая заражать дальше. Но это лишь временная мера. Нужно лекарство. Я смогу продолжить исследование в Арбейском монастыре. Ищи меня там. Вместе мы спасем их. О! Фикс. Идем дальше. Неплохо, но пока я думаю, что
делаем, возьмем на укрепление, чтобы иметь хотя бы какую-то защиту пока что. Ну, вот так как не близко, сразу возьмем, сразу откроем точку и возьмем квесты сразу. Сделка пошла не по плану. Окей. Тут где-то был, короче, этот. Здесь это невозможно. Где-то тут было, короче, событие, да? Куда это нам? Ох, аж туда. Не, ну то потом. Изорванная клетками сумка. Узнаем. Возьмем. Ручный меч один. А тут у нас медленнее. Естественно, возьмем это. А тут нет, 12 ко всем характеристикам. Тут чуть получше будет. Плюс еще отхил за убийство. Давайте возьмем кровавое копье. И давайте мы с вами сходу. Где у нас? Ага. Блин, далековато придется бежать. А мы сделаем так. Сюда. Летим сюда. Блин, ну броню на 30% порезать всем. Я тогда был такой машиной, реально дикой. А потом, как после апдейта, я как что-то почувствовал. Что-то больно мне, что-то очень больно я получаю. Как оказалось, что это постарались, понерфили то и вся. А, ну ничего нет. Только не в город. Ладно, идем. Естественно, мы с вами будем получать. О. Yeah.
Так, а сейчас за счет чего сейчас кровавое копье работает? Выбрасывайте кровавое копье, которое остается в теле противника. Так, а чисто за эссенцию. Окей. А. Ладно, будем тогда опять начинать с бомжа. Опять сначала все. Блин, это фармить придется. Для этого понадобится время. Опа! Опа! Здорово! Стоять, ну так, пробивает насквозь противников. Отлично. О. Я так понял, что вот эти сердца тестируют и понерфили специально для того, что если будут, ну, эти сердца будешь вставлять в бижутерию, естественно, это будет еще больше буст, так как и так, ну, не знаю, я на каком 78-м вообще не испытывал никаких проблем с качем кого-то, с убийством. Ну. О, здорово. Здорово, нахуй. Ну да, конечно, еще. Ну, в принципе, у меня есть. Как видите, она потихонечку у нас идет кач. Том, смотрим, плюс 50 к броне, пойдет. Так, мы с вами чтем, победите мятежника, погнали. Естественно, тык, есть. А нужно пособирать. Да, чуть медленно, но я вам скажу, что мы уверенно пойдем. Только надо разогнаться. Опять придется все собирать, все пылесосить. Эх, ладно. Ничего. Сделаем убер-котлету. Когда вы применяете окровавленное копье 6 раз, ваше следующее окровавленное копье гарантированно наносит подавляющий урон и создает сферу крови на месте первого пораженного противника. Уей. Для этого это будет просто пушка. Вот смотрите, если... А, мы вот это убили уже, да? Вот смотрите.
если мы будем юзать, если билд будет построен на кровавом копье плюс тот аспект, который добавили в этом сезоне, то это будет выглядеть шо. Крипер, один раз стреляем, высылаем, короче, пускаем одно копье, и у нас сходу производится второе из кровавого, ну, сферы крови. Довольно-таки неплохо. О! Нужно больше времени. О, засчиталось. А, давайте, и как раз пройдем. Тем более за счет кровавых, вернее, за счет сфер этих крови мы с вами хилимся. Естественно, повышается выживаемость. Я планирую идти, следующее я открою, естественно. Можно, блин, можно пойти потом в костяную, сделать костяную тюрьму и... Это объем. Нужно на уязвимость или на укрепление. Тут уже буду строить билд за то, что ставлю аспект такой, что увеличение урона противника, который находится в костяной тюрьме. Надо по-любому. Ну, по крайней мере. Но трупные щупальца must have. Вот. Да-да-да. Да. Вот. Трупные щупальца поражают противников. С вероятностью 35 появляются сферы крови. Да. Вот это надо будет. И у нас с вами получится тогда фарм, можно сказать, фарм этих сфер крови, и у нас будет просто куча этих копий. Только как мы их будем юзать? Нам надо будет их лично подбирать, и тогда будут они автоматически создаваться, эти копья. Блин, интересно. На. Очень медленно, но надо повысить потом скорость атаки. Лады. Можем, конечно, лучше, можно усилить для каста. Давайте мы с вами делаем с вами так. Пойдем урон. Раньше, если я не ошибаюсь, то эти копья с трупов вязались, не? Окей. Ваншот. У нас с вами есть сердце порчи.
Удачный удар. С вероятностью до 19% накладывает эффект страха на 2 секунды. На противников под действием страха каждую секунду накладывается эффект окоченения, мощность которого составляет 20%. Чё, прикольно. Ну это для билд под... лёд. На. Ой-ё. Ай. У меня нет эссенции. Лежать. Не хватает эссенции. Опа. Ой, хорош. Ты когда не знаешь, что... Эй, набор. Чуть-чуть. Не сразу всех. Ай-яй-яй. Нужно больше времени. Больно. Мое лицо. Ваншот. Сердце клетка, в клетке ледяного ужаса. А, ну так это у нас есть. Вы наносите на 32% больше периодического урона от эффектов за каждый эффект контроля, действующий на цель. Неудержимые противники и ошеломленные боссы вместо этого получают на 123 больше периодического урона от ваших эффектов. Но у меня пока нету... А, стоп, периодических эффектов. У меня... У меня... Не знаю, считается ли копье как периодический эффект? А, не знаю. Ладно, сейчас секундочку, сейчас я вернусь. Буквально на секундочку. Так. И чё? Так, уничтожная порча. Монстр. Вроде. Идёмте искать его. А вот и ты. Загородили. Ой. Неплохо. Еще одно сердце. Опасно.
Чё нам дропнуло этот? Так. Клетка электрошока. Критические удары заряжают цель электричеством. Между двумя заряженными целями возникает дуга, поражающая их и других заряженных противников, и нанося им 40 урона от молнии. Угу. Интересно. Так, это для... Где тут у меня было показано? Только для класса некромант, а то остальное это обобщенное, да? Ага. Окей. У нас есть с вами... О, давайте заскочим в этот город, откроем его сразу, так как мы есть поблизости, чтобы потом не мучиться с, как говорится, передвижением. Как раз скинем ненужное. А, ну и тут уже разобрали. А не. Угу. Ну давайте тогда на профит. Электрический удар заряжает цель электричеством. О, давайте тогда ставим пока что. Сердце можно отставить гнездо, в которое... Ага, я, если что, оно будет уничтожено. Окей. Еще дополнительного скелета. Вероятность на 5, но вы больше не можете призывать скелетов воина. Здесь же эти защитники. Каждые 6 секунд скелеты защитники. А, ну это просто такое стандартное. Да, вот это бы, конечно. Не чаще, чем раз в 3 секунды. Окей. Пойдет. И мы с вами идем туда. О, события. Давайте, нам надо. Бейк из подула. Промахнулся, прикинь. Я тебя не убил? Эй. Бежать, бля. Я еще не готова. А, почти. Хватает эссенции. Нужно больше времени. Ой, больно. Так, мое лицо, алло. Бежать.
А, мы по времени не успели. Ладно. Ну, там почти. Пойдет, короче. Ну, для защиты возьму вот это. Хай будет. Пригодится. Ну-ну-ну, давай. Это немножко обидно, что столько времени потратил на обычном мире, и по новой все надо. И, как говорится, собирать это все. Хотя карта открыта. О, еще и зависло. Не? Живешь? Живет что-то. Ну, чувствую, сегодня серваки страдают. Походу, слишком дофига народу. Решили поиграть. Ну, мы с вами, короче, не знаю, ну, еще, может, полчасика точно поругаемся. Вступительный. Можно сказать, стрим-анонс. В субботу мы с вами долго побегаем. Ну, пляха, муха, алло, это как? Загружается так подземелье долго? Ты чё? Круто. Замечательно. Не говорите, что мне сейчас придется выйти. Я потом хрен зайду. Опять буду в очереди сидеть. Да. О, раздуплился. Хорошо. Ну что, персонаж стойку поменял. Ты шо? И что, ты мне предлагаешь на этом закончить? Даже не начав? А ну-но. А ну нафиг, ты шо? Ладно, короче. Пока ждем. Сразу напомню дальше информацию, что в субботу. Честно, не знаю во сколько. Я как отосплюсь, чехлы соберу. Посмотрим, если занят не буду, не, то сразу забурюсь в игру. Давайте надеяться на вторую половину дня. Мы с вами встретимся в субботу во второй половине дня. Вижу, что не хочет нас игра сегодня развлекать. То лаги в начале, на первых же мобах, на которых качаться начали. Зависание. Короче, это, увы, сегодня не мой день. Так что сразу скажу вам, увидимся в субботу. До свидания.